Всех с Рождеством! Этот прекрасный бокал с алоэ за ваше здоровье. Сегодня мое утро начинается, вернее, уже день начинается с алоэ. Вот. Решили, Сенька, вообще не выходить на улицу. Ну, реально, там дубарь. Отопление нам дали в ночник. Уже спать я ложилась после вечерней смены. У меня поздняя смена была. Нормальное отопление дали, поспали хорошо, но сейчас все равно в квартире, конечно, прохладненько, но уже не дубарь, уже радует. Вот. На завтра надо было мне кое-что из продуктов, решила сделать заказ. Заказала в ленте. С применением промокода вообще получился персик. Очень круто, мне очень понравилось вообще. И плюс у меня еще бесплатная доставка, где-то часа через полтора мне привезут. Все. Вот такие вот дела. Сидим дома, отдыхаем, пойду варить кашу. Очень хочется кушать.